день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами Таро-прогноз. Карта дня на 12 августа 2023 года. Давайте с вами посмотрим, какой это будет для нас день, что он нам принесет. Итак, общая карта дня. День достаточно хороший, продуктивный, семейный, уютный такой, да, когда вся семья в сборе, да, встречи проводите, собрания какие-то, коллективно что-то вместе решаете. Хороший день для каких-то финансовых вложений, получения дельных советов, получения ценной информации вообще в целом. Так, хорошо, что в позитиве? В позитиве будет открыта какая-то тайна. Что-то вы для себя сможете определить, решить. Каких-то вопросов у вас уже не будет. То есть вам станет все, скажем так, понятно. С чем-то определитесь, на что-то прольется свет. Что в негативе? А в негативе может быть упрямство, то, что человек, допустим, ну вот он поставил перед собой цель, и вопреки здравому смыслу он эту цель все равно вот как-то пытается добиться. То есть, может быть, от чего-то следует отказаться, может быть, вам и будет рекомендовать, да, что вот, ну, как бы не надо, не спешите, не делайте, не приобретайте, допустим, или обратите внимание на что-то другое, к примеру, а вот тут идет как упрямство, и человек проявляет вот свои негативные какие-то черты характера. На что следует обратить внимание? Ну, я вам скажу так, если вы чем-то расстроены, то вот обратите внимание на то, что не все так плохо. Да, есть в жизни моменты, которые более важные, более ценные для вас. То есть обратите внимание на позитивную сторону каких-то определенных событий. Не для всех это легко, не у всех это получается, но как бы это, знаете, как совет карт. Что в личных отношениях? В личных отношениях все хорошо. Любовь, гармония, удовольствие, исполнение какого-то желания, взаимопонимание, счастье. Что в рабочей сфере? В рабочей сфере здесь какие-то перемены, могут быть тревоги, переживания, что-то меняется, и при том, скорее всего, что это меняется, знаете, как что-то связанное с руководящим составом, допустим, или это решение вашего руководства какое-то будет, которое, ну, повергнет всех в шок, наверное, как-то так. Так, далее смотрим. Если запланирована встреча, как она пройдет? Встреча пройдет плодотворно. Скорее всего, что вы будете спешить или к вам будут спешить. Получите какой-то желаемый результат. Здесь дорога, да, то есть дорога будет, встреча состоится, я думаю. Результат. Знаете, такое впечатление, что вы даже и не надеетесь на какой-то супер-пупер результат, да, а он в итоге у вас и получится. То есть результат превзойдет ваши ожидания. Если вы планируете покупку, ценную покупку, какой день вот для этого? Знаете, не спешите с покупками. Не спешите, потому что... Но я думаю, что вы найдете какой-то более лучший вариант для себя. Так, можно ли давать деньги в долг? Как решите, но не делайте глупость, да? То есть, если вы даете большую сумму, то вам необходим какой-то будет документ, скорее всего, о том, что вы одалживаете, да, что человек у вас принимает эту сумму, и что он обязуется, допустим, ее вернуть. Можно ли брать в долг? Можно. Можно ли брать в кредит? Можно. И общий совет карты.
порадуйте себя. Знаете, уделите себе время, уделите внимание, порадуйте чем-то себя. Вам нужно вдохновиться чем-то, вам нужно как будто бы отдохнуть немножко. И вот уделите себе время, внимание, посещайте какие-то красивые места, общайтесь с приятными людьми, это будет во благо. И послание ангелов. Сосредоточьтесь на служении. Ваша душа стремится служить добру и купаться в непрерывном потоке благодати, который постоянно дарит вам все необходимое. Поэтому целиком сосредоточьтесь на том, чтобы в каждой жизненной ситуации что-то отдавать и что-то получать. Вот такое послание. Хорошо, смотрим дальше. Тайм-коды каждого из вариантов я пропишу ниже под видео в описании. Так что заходите, смотрите, пользуйтесь. Так. Овны, карта дня для вас. Так, ну здесь какие-то перемены у вас. Стремительные перемены. То есть что-то в вашей жизни меняется кардинально. Это может быть связано что-то с делами, с работой, допустим. В принципе, у вас из-за вот этих перемен перед вами открываются новые возможности. Вы это будете понимать, да? То есть, но при этом здесь присутствует чувство страха, да, потому что страшно что-то начать заново. Страшно попробовать что-то новое, допустим. Но не бойтесь, у вас все получится. Здесь партнерство. То есть вот эти перемены, которые в вашей жизни происходят, они приведут к заключению нового какого-то партнерства, нового союза. Тельцы, карта дня для вас. Для тельцов день каких-то сомнений, переживаний, тревог. Что-то вы не можете определить для себя. В чем-то вы запутались, не можете разобраться, где правда, где ложь. Сами себя загоняете в угол. Очень много додумываете. И это что-то связано с близкими вам людьми. Тревожитесь. Может быть, будут тревоги какие-то связанные со здоровьем, допустим. Но тут нужно разбираться. Да, то есть тут нужно не догадки строить, а нужно разбираться. Если есть какие-то предпосылки к чему-то, да, то есть нужно чем-то определиться и нужно как-то действовать. Близнецы, карта дня для вас. Для близнецов неплохой день. Здесь вы берете инициативу в свои руки, начинаете как-то руководить каким-то процессом. И знаете, вы будете заниматься определенным делом, которое вам хорошо известно, но как-то по-другому. То есть дело будет то же самое, но подход будет другой к нему. И вам составит компанию еще некий человек, то есть это ваш друг, соратник, человек, на которого вы можете полностью положиться. Далее. Раки, карта дня для вас. Для раков здесь день тревожный. Будете куда-то мчаться, ехать, спешить, будете что-то узнавать, собирать информацию. Здесь могут быть какие-то сомнения, переживания могут быть. Да, очень много вы додумываете, очень много каких-то мыслей у вас тревожных, и вы сами себя накручиваете в этот день.
Потому что вот, знаете, как будто вам какую-то информацию доносят, сплетни, слухи, что-то вам много рассказывают, или вы многое читаете, и сами себя накручиваете. Отпустите. Постарайтесь отпустить какую-то ситуацию. Не зацикливайтесь на этом. Львы, карта дня для вас. Так, ну для львов здесь какие-то тревоги, переживания. Вы боитесь, что вы как не справитесь с чем-то. Но здесь я вам скажу так, глаза боятся, руки делают. То есть, несмотря на то, что вы в чем-то сомневаетесь, а именно я думаю, что вы сомневаетесь в своем мастерстве, в своих каких-то знаниях, умениях, тем не менее, вы сможете взять себя в руки, вы сможете справиться с какой-то поставленной задачей. Так что не накручивайте себя. Да? Ну, будет развитие дела у вас. То есть шаг за шагом вы будете продвигаться вперед. Не бойтесь. Далее. Девы, карта дня для вас. Девы, у вас столько всевозможных мыслей, столько как-то вы уделяете внимание каким-то сплетням, разговорам, информации. Вот здесь что-то, знаете, как-то вас отвлекает от тех дел, которыми вы должны заниматься. Я скажу вам так. Постарайтесь побыть на свежем воздухе, постарайтесь где-то погулять, пройтись, отвлечься от чего-то, смените обстановку. Потому что та ситуация, в которой вы пребываете, ну, как бы она какая-то тяжелая, для вас она тяжелая. Вы сами себя накрутили, сами здесь что-то как-то раздули. Ну, в принципе, я понимаю, что есть, скажем так, основания какие-то. То есть, может быть, кто-то вас накручивает или вас беспокоит по тому или иному поводу. Но вот вам надо от этого как-то отстраниться. И отстраниться у вас получится, вот если вы побываете в каких-то других местах, на воздухе, там, где побольше людей будет, допустим, вот вам надо отвлечься. И все тогда станет на свои места, да, все решится. Весы, карта дня для вас. Весы здесь недовольны тем, что они имеют, тем, что вы имеете, да. Скучно. Все не то, нет какой-то радости в жизни. Все надоело. Хочется чего-то нового, но пока что не время. И на самом деле, знаете, здесь еще может быть чувство одиночества. Вам не хватает вот ваших родных, ваших близких людей. Может быть, они на большом расстоянии от вас. И здесь вы можете просто, знаете, как тосковать, скучать за кем-то. Скорпионы, карта дня для вас. Для скорпионов день хороший. Вы сможете здесь договориться, наладить контакт, благоприятные встречи, партнерства, переговоры, допустим. Вы, если находитесь с кем-то в ссоре, вы можете помириться. То есть это хороший для этого день. Развитие дел. Какие-то перспективы новые перед вами будут. Стрельцы, карта дня для вас. Для стрельцов хороший день исполнения какой-то заветной мечты.
признание, да, может быть, кто-то вам признается в своих чувствах, любовь, благополучие, хорошее настроение, получение хороших новостей. Здесь могут быть, ну, могут быть темы, касающиеся брака, союза, партнерства, но это, я думаю, будет больше связано с вашими личными отношениями и с вашей семьей все-таки. Это не деловая будет карта, ну, это не деловая карта здесь. Вы будете как-то воодушевлены чем-то, да, то есть вы захотите творить. Захотите себя проявлять, делать приятно кому-то, дарить подарки, допустим. То есть тут хорошая карта для личных взаимоотношений. Козерожки, дорогие, карты дня для нас. Козерожки здесь, во-первых, вы можете плохо спать в этот день, допустим. Либо здесь еще могут быть какие-то тревоги, переживания за что-то. Но в то же самое время вы в течение дня пересмотрите свое отношение к там, какой-то теме. По-другому на что-то посмотрите. Избавитесь от каких-то иллюзий. Сможете определить, что вам нужно. И здесь вы должны, смотрите, набираться сил. При этом здесь у вас будет очень такая хорошая связь, тесная связь с вашим родом, с вашими предками. То есть как будто открыт портал определенный, да, и вот, может быть, вы получите какие-то сигналы в этот день. То есть вы должны понимать, что вот вас как оберегают, вам подсказывают, вам намекают на что-то. Так что будьте внимательны. Водолеи, карта дня для вас. Для водолеев хороший день. Здесь дороги, перемещение, продвижение вперед, победа, триумф, слава, преодоление каких-то трудностей. Да, то есть какая-то темная полоса уйдет из вашей жизни. То есть вы как что-то пройдете, отработаете и получите определенное освобождение. То есть вам станет легче. Рыбки, карта дня для вас, рыбки. Для рыбок хороший день. Здесь идет покровительство, партнерство, перспективы новые. Вы узнаете, кто вам помогает. То есть вы будете либо общаться с этим человеком, либо он как-то, ну, как-то он даст о себе знать. И вы будете чувствовать, что вы как прикрыты кем-то. Кто-то вас оберегает, защищает, подсказывает, помогает. Продвижение в делах также будет, исполнение каких-то ваших желаний и достаточно хорошие перспективы у вас, как в отношениях личных, так и в рабочих. Вот так, такой у нас получился с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего доброго!